Алло, здравствуйте! Привет все, кто меня смотрит. Есть кто-нибудь со мной сегодня? Надеюсь, что кто-то появится. Окей. I see you all. So you learn Russian with me because this will be in Russian. Это на русском языке будет, поэтому все мои английские друзья, пора учить русский язык, да? Поделитесь видео, может быть, кто-то понимает по-русски и будет тоже посмотреть. Значит, где ты посажен? Или где вы посажены? Где вы посажены, да? Если вы только что присоединяетесь, if you are just joining, I just finished an English version of this video. That's on my timeline. My name is Say. Good afternoon, Rufus. I see you, sir. Temilola, Elizel, and then Gazi. Okay, so you go and watch it. But meanwhile, you can learn Russian with me. Okay. Значит, это на русском языке. И где вы посажен? Где вы посажен? Общество, где мы посажен, очень имеет дело, когда это касается наше продвижение, нашей жизни в целом, да? Если мы посажены, где нас не поощряет больше делать, если не поощряет труд, когда говорят, что, ну, придет, потому что ты веришь, просто вери придет, или просто цитируй придет, ничего не придет. Без труда не выловим, да, рыбу с пруди, да, это же мы говорим. Поэтому очень важно, чтобы мы были посажены, где нам не только дают информацию, но нам помогают двигаться. Когда я говорю общество, я имею в виду даже наши мозги, что мы слушаем, да, кого мы подчиняемся, кто нас окружает, какие книги мы читаем, какие фильмы смотрим. Если вы смотрите меня, это хорошее общество, потому что я действительно помогу вам начинать думать. Я помогу вам двигаться. Я помогу вам начинать думать. Может быть, я все время не делала не то. Или пора начинать. Все, кто меня знает, знают, что да. Я могу, я умею это делать. Поэтому, где вы посажены? Где вы посажены? Learn Russia. I speak German language, my sister. Okay, Rufus, I just finished a video in English language. So go to my timeline or I will tag you there so that you can watch, okay? The one I just finished in English. This is for my Russian friends, okay? Thank you for tuning in. So, what was I saying? Где вы посажены? Где вы посажены? Очень важно. Какие мысли к вам приходят в голову? Даже не то, что приходит в голову, а что вы допускаете, на чем вы размышляете. Вот в этом и есть дело. О чем вы думаете, кого вы слушаете и на что вы уделяете время. Кого вы пускаете рядом с тобой, чтобы учиться у них, или же учить их. Это очень важно. Потому что, я не знаю, самое большое дерево, которое есть у нас, ну, на Украине или в России, или везде, где понимают по-русски, да? О, Елена, здравствуй. Напишите мне, пожалуйста, самое большое дерево, которое есть, ну, которое вы знаете. Потому что по-русски никак не могу сейчас вспомнить. Олуа Дарасеми, thank you for tuning in. Бонни, how are you, sir? Thank you for tuning in. You can check the one I finished just in English. Значит, если вы большое дерево, и вы решили себя вот сюда посадить, вот в этой кружке, пройдет месяц, может быть, два, и вы не можете развиваться, потому что вы посадили себе в обществе, где не дают вам достаточно места, чтобы распространяться. Поэтому очень важно, куда мы себе посадили. Потому что у каждого из нас есть воля. Есть воля. У каждого из нас есть воля, которую мы сами решаем,
где мы можем быть посажены. Мы сами решаем, кого мы должны слушать. Мы сами решаем, что нам делать с того, что нам дал Бог. Потому что если вы родились такие красивые, я не могу. Я всегда на себе делаю пример. Если вы родились такие красивые, как я, и вы решили, что я буду ждать вечность, чтобы начинать давать другим жизни, чтобы начинать делать все, что вас создал Бог, чтобы делать, вы не дождетесь. Вам надо просто встать, и делать. Получили информацию, встать и делать. Если мы ждем успеха, надо встать и делать. Надо помещать себе в такое общество, или как там называется, чтобы вас поощряли, чтобы вы получали энергию, информацию и все, что вам нужно, чтобы двигаться. Потому что даже если вы начали развиваться, как я дала пример, да, в такую маленькую кружку, как большое дерево, и вы решили себе посеять в эту маленькую кружку, пройдет время. Я не хочу использовать слово «сдохнет» это. Нет. Я хочу сказать, что вы не сможете развиваться, потому что пройдет время, вы не поместитесь здесь. Поэтому где и куда вы себе поместили? Куда вы себе поместили? Там, где вы поместили себе, дает вам достаточно пространства, чтобы стать, кем вы должны стать. Чтобы стать личностью, которую вам создал Бог стать. Чтобы развивать всякие ваши крылья. О, вижу Инна, привет! Чтобы развивать и раскрыть ваши крылья. И просто плыть, и просто... как там? И просто... просто как орел, да? Орла. Как орла, просто по воздухам уже плыть, потому что вы есть большой человек. Бог положил себе вас, и поэтому нет причины, чтобы не развиваться. Нет причины, чтобы не достигать все, для кого вы призваны. Нет причины не распространять его царство по всему земле. Это не только вот это, в этой кружке. Представьте себе, что это ваше общество, я не знаю, как назовете. Организация, я не знаю, церковь или общины, или как вы назовете. Вы решили только тут сиять. Когда вы вырастите, как большое дерево, вы не поместитесь здесь. Тут не будет достаточно места, чтобы вас помешать. Поэтому вы должны. У вас должна быть цель, чтобы идти туда, там, где больше места, там, где больше людей, чтобы показаться, чтобы явиться все, что вам дано. Допустим, если вы состоите в какой-то организации, может быть, это церковь, может быть, это что угодно, и вам не дают микрофон, чтобы говорить. Кто вам мешает идти на Facebook, как я, и говорить то, что Бог вам дал? Или же вы поете и никак не дойдете до микрофона в вашем обществе. Идите на YouTube и начните петь. И тогда весь мир будет возможность, чтобы весь мир вас услышит. Потому что когда мы находимся в этой кружке, которые являются нашей организацией, начинаем там сиять друг друга, мы можем ослепить друг друга, мы можем бить друг друга, вот эти все сияния. Но сиять, как свет, который мы являемся, мы должны там, где больше людей, там, где больше люди нуждаются в том, что есть в нас. Вы меня понимаете? Поэтому еще раз задаю вопрос. Где вы посажены? Вы посажены там, где у вас малейшие идеи, и вам говорят, нет, не время. Нет, вы еще новенький. Нет, не время. Нет, не пора. Тогда кто-то другой возьмет то, что вы вам уже дали, и начнет распространяться. Потом вы будете жалеть.
Я вам даже не почитаю, сколько раз у меня появилась идея. Но из-за того, что я ждала, пока меня помажут, пока на меня положат руки. Я не говорю, что это все, ну, это самое, традиция плохо. Но когда у вас появляется идея, и вы ждете кого-то, кого-то, чтобы вас поощряли, чтобы дал вам команду «иди», вы можете не дождаться. Или пока вы ждете, кто-то возьмет и начнет делать. Говорю, что у меня много идей появилось. Но пока я думала, пока я ждала, я не знаю, что я ждала, ответ от Бога, люди уже начали делать. Поэтому, когда к вам посещает идея, или у вас появляется идея, что надо делать? Hello, TY, darling. Go to the English version and watch. Okay, this is for Russians. So, Charles Bull, I see you. Thank you for watching. Share the video. Maybe you have some Russian friends that will see this. So, когда у вас появляется идея, что надо делать? Что надо делать? Пишите, что надо делать. Что надо делать? Спросить себе. Это не помешает Бог, который тебе создал. Это не помешает соседи. В каком смысле? Ну, это не для их не гибли. Нет? Это не, ну, не помешает ваши принципы и принципы, по которым вы живете, да? Если нет, значит, действовать. Не надо ничего ждать. Я это уже говорила много раз в моих видео. И я не устану это повторить. Когда мы будем ждать и ждать и ждать, мы никогда не дождемся. Или же, пока мы ждем, другой возьмет и начнет действовать. Потом появляется у нас ревность. Это я должна была. Это должна была. Потому что вы долго ждали. Потому что вы долго молились о том, который Бог уже вам дал ответ. Если идея появляется, и это хорошая идея, которая не помешает никому, ни Богу, ни себе. Это от Бога. Не надо ждать дальше. Молиться должны мы уже, чтобы Бог нам показал, как действовать, какой, куда идти, куда не идти. Вот об этом надо молиться. А не чтобы идея уже появилась, и мы теряем года, молимся о том, который он вам уже показал. Вы помните ту притчу, да? Человек тонет и молится Бог. Помоги мне, пожалуйста. Пришли, я не знаю, спасай меня от этого. Ну, я скажу, как я поняла, да. Можно не в точности. Помоги мне спасаться от этого места. Помоги, пожалуйста. Человек приходит мимо и дают ему палку. Ну, давай. Давай, держи за палку, я тебе видно. Что, не, он ждет. Еще молит, Господи, пошли мне человек. Еще третий, четвертый, пятый человек. В итоге человек утонул, да. Вот это наша жизнь. Мы ждем, я не знаю, ангели. Голоса с неба. Пусть небо откроется и мне скажет, что надо делать. Мы не дождемся. Идея появилась. Быстро делать. Идея появилась. Быстро делать. Даже если вы ошибались. Даже если вы ошибались. Вы научитесь на пути. Потому что много раз, когда я что-то начала. Даже если ну, в итоге это получилось как будто... Ну, не получилось, да? Нет конца, нет продукта от этого. Но процесс. Именно то, что я решила начинать это делать. Я поняла, что я много навыки приобрела, которые мне помогают делать другие дела. Поэтому в действительности ничего зря не бывает. Если вы начали что-то делать, даже если ну, вы, у вас не получилось до конца дойти. Обязательно будет то, что этот процесс вас научил. И вот поэтому никогда не надо ждать. Просто действуйте. Потому что вера без действия мертва, да? Вера без действий мертва. Поэтому, где вы посажены? Постарайтесь посадить себе в тех местах, в тех окружениях, вокруг те люди, которые вам помогают двигаться в том, который вы точно знаете, что вы призваны делать. Или даже тот, который будет вам помогать
обнаружить то, что, в чем вы призваны. И в этом и есть кайф жизни, я вам говорю. То, что я уже написала больше 10 книг за год, это для меня чудо. Одновременно не чудо, потому что я решила себе посещать, поместить в тот русле, в тот общество, который мне говорит: Ники, давай, Ники, давай, Ники, мир ждет тебя, Ники, давай, Ники, мир ждет тебя. Я двигаюсь, и вы точно-точно так тоже можете. Поэтому я делала прошлое видео, я написала: используй меня. Используй меня, если вы понимаете, что я могу вам чем-то помочь, чтобы больше быть эффективна в жизни. Напишите. Многие пишут и получают ответ. Кого вы ждете? Напишите, я жду вас. И помните, что весь мир ждет именно то, что Бог вас вложил. Именно вас вложил. Поэтому давайте будем действовать. Давайте. Давайте, поделитесь видео. Я вас вижу. Пока.